Доброго ранку, любі глядачі. В ефірі рубрика «Сам ти бурда». І сьогодні ми запросили для приготування такої морської страви справжнього морського вовка. Тож, зустрічаємо. Костянтин Мальцев – яхтсмен, капітан яхти «Дельфін», майстер спорту міжнародного класу. Учасник чемпіонатів світу та Європи з вітрильного спорту у складі екіпажа яхти «Стар-класу». Шкіпер Павло Бондар. Костянтин – призер етапу Кубку світу «Кільська регата» у місті Кіль у Німеччині. Мріє про участь і перемогу у чемпіонаті світу 2019. Улюблена страва – та, яка готується на яхті. Що ми будемо готувати? Ми будемо готувати настоящі морепродукти. Що це таке за макарони по-флотськи, по яхтенному. Интересно, чем же они отличаются от обычных макарон? Все очень просто, очень просто. Много лет назад, когда еще в 1812 это году... Это должен быть я рассказывать? Еще давным-давно при царе Наруси. В 1812 году, когда в Николаеве построили первую яхту с классификацией яхта, это было такое судно твердое, и она начала путешествовать по Черному морю, начала ходить туда-сюда. То есть много-много там собиралось всяких продуктов, макаронов. И, в общем, значит, получалось, как, что в них заводились всякие там, всякие посторонние... Посторонние люди, которые их ели. Протеиносодержащие ингредиенты типа червячков, букашечек и прочих вещей, да. То тогда придумали продувать макароны для того, чтобы сделать пищу не только полезной, но и безопасной. И качественной. Вот, и вот есть у нас макарошки. Да, для этого покажите нам, наиболее как это провинившийся солдат и матросов заставляли брать каждую макаронинку, садиться на камбузе, дружно смотреть вдаль в иллюминатор и выплевывать в этот иллюминатор то, что там жило. Вот. И после этого эту макаронинку ложили в отдельную посудку. Так. И так это продолжалось, надеюсь, пока необходимое количество макаронинок не было очищено от этих сажа протеиносодержащих червячков и жучков до полного, так сказать, изнеможения. Вот, кстати, вот я смотрю, есть уже паучки, смотрите, вон. А он побежал. Их нужно давить потом, если какой-то паучок их можно побежал. Собрать и сделать из них черную икру. Что делать, вот если не оказалось на судне мяса либо фарша? Где взять? Где взять? Рыбы вроде много, но для макарон-то по-флотски нужны, небось, свинина, либо курица, либо еще что-то. Где можно взять? Значит, смотрите, это могут быть замороженные голубцы, это могут быть какие-то там... Например, замороженные голубцы. О, вот, боже, появились Думал голубцы. Себе на обед сегодня взять. Итак, для того, чтобы были правильные макароны, их нужно продуть, как говорит нам морской волк. Если нечем их начинить, говорит, что можно начинить обычными голубцами. Интересно, как это будет выглядеть, мы сейчас и проверим. Итак, есть вот голубцы. Что же с ними мы сделаем? Голубец можно препарировать, ну или можно развернуть. Интересно. Для того, чтобы посмотреть, что находится в нем внутри. Я даже боюсь представить, что там находится внутри, если честно. Ну, как бы честно говоря, ребята... Очень вкусно выглядит, так. Вот фарш есть. Вот есть голубец. Есть. Берешь макарону, раз в этот голубец, вот она тебя уже нафарширована частично. И ложишь сюда. Может быть, взять спичку? Это утомительный процесс. Вот, заходит, наконец-то заходит фарш. Ну, так долго будешь очень засовывать. Никуда не спешим. Рубрика у нас кулинарная, вкусная. Никто. Стартовая позиция. Это от телевизоров не уйдет далеко. Вот, пожалуйста, вот опять же. Оп, оп, отличненько. Вот есть, вот оно, вот оно, вот оно. Начиняем все макарошечки. Макарошечки, это утомительно, конечно. Это весело. Это похоже на епитимию. Это похоже на наказание вырезать кантонский шар в тибетских монастырях. Опять же, если бы тут были жучки-паучки, мы бы, скорее всего, не смогли их начинить, потому что они бы мешали и выталкивали. Сожрали бы все они быстро, бы выталкивали, навлете, туда запихивали вот бы фарш, они бы брали и вот выталкивали. Ну, в общем, как бы... А куда можно капусту потом вот девать, вот, допустим? Очень все прекрасно, все абсолютно, ничего не надо, ничего в море выкидывать не пропадает. Что за глупости? Капуста нарезается тонкими долечками и кидается вместе с этими самыми макаронками в кипящую воду. Конечно.
Вот. И получается у нас не просто макароны по-флотски, а макароны с морской капустой. Стоящие морепродукты. Что это такое за макароны по-флотски по-яхтенному. Для того, чтобы были правильные макароны, их нужно продуть, как говорит нам морской волк. Если нечем их начинить, говорит, что можно начинить обычными голубцами. Вот, и получается у нас не просто макароны по-флотски, а макароны с морской капустой. Как нужно делать морскую капусту, пожалуйста? Вот так, смотрите, ну чем вам не лукумария это? Да это у нас будет. Лукумария, вот так вот, раз, спокойненько, берешь ее, нарезал вот так, так. Вот, пожалуйста, морская капуста, пожалуйста, недорого приобретайте. Макароны по-флотски с морской капустой. Итак, нам на яхте ничего не пропадает. Теперь кипящую водичку, это все кидается. Итак, возьмем, что мы возьмем? Горячую морскую воду. Совершенно верно. Берем горячую морскую воду, кипящую. Вот, совершенно спокойно. Поставь. Совершенно спокойно берем вот этот шедевр кулинарного жанра, бросаем его сюда. Вот. И просто отдадим эти макарошки для того, чтобы они сварились, потому что, ну, мы можем. Но нету солнца, да, сегодня. Сегодня солнышка в студии нет, но у нас есть плита газовая. Макароны готовятся, а мы узнаем, какие секреты знают наши горожане. Здавалось би, які секрети може приховувати така звичайна страва, як макарони по-флотськи? Але не все так просто. А які особливості в приготуванні цієї страви знають миколаївці? Зараз запитаємо. Чи готуєте ви макарони по-флотськи? Так, звичайно. Чи? Мама готує. Ви готуєте макарони по-флотськи? Ні. Ніколи не готували? Я цього не люблю. Так, готую. Це улюблена страва мого батька. Да, даже кушаем их, не только готовим. Готуете макароны по-флотски? Готую. А какие особенности приготовления знаете? Знаю. Расскажите. Не могу, девочка. Беру куриное филе, делаю фарш. Есть люди, которые продувают макароны, чтобы там черви не заводились. Промываем холодной водой, потом сушим их. Еще я чула, что нужно их продувать, каждую макаронну окремо, а потом варить. Мій брат змушує продувати макарони. Він сам так робить і мене змушує. Я люблю макарони по-флотськи і перед варкою їх продуваю. З фаршу? Макарон? М'ясо. Варю, а потім роблю фарш. Добавлення немножечко томата. Стигно. Дрібно ріжу це і з цим готую макарони по-флотськи. Ну, я завжди перед тим, як їх готувати, продуваю. Щоб там, якщо вдруг є якісь комашки-мурашки, то вони вилетіли. Перед тим, як варить макарони, я їх продуваю. Вкусно. І дочка зараз готує. Лежати, говорить, в цьому, на складі продувати. Я сів, продуваю. До речі, вони вже готові. Тож ми їх зараз посмакуємо. І так, ахалай-махалай. Ну, ось такі у нас получились макарони по-флотськи. Зараз я насипим макарошки. Вот так вот. По вкусу где-то напоминает пельмешечки, но... Но ближе к макаронам, мяса-то в них совсем мало. Мяса мало, потому что у нас не было времени нормально нафаршировать. Собственно, это и называется макароны по-флотски. Только некоторые называют их пельмени. Если вы правильно приготовите, как мы вам советовали, должны получиться именно такие макароны по-флотски. Смачного вам и до побачення. Приятного аппетита.